однобедренные апартаменты. Поднимаюсь на второй этаж. На следующей неделе положат новый ковролин. При входе здесь у нас шкафчик. Стандартные обычные апартаменты. С балкончиком. Есть такой вот решетка для от москитов, от комаров. Гаражи, лужаечка. Здесь можно столик поставить. Летом здесь вообще чудесно. Кухня. Шкафчик для различного кухонного инвентаря с освещением здесь. Шкафчики. Раковину к въезду жильцов помоют. Посудомоечная машинка. Холодильничек. Чистенький. Спальня. Тоже, соответственно, со шкафчиком. Здесь вообще чудесно, тихо так. Это у нас блок климат-контроля. Еще один шкафчик. И ванная комната. Стандартная обычная американская сантехника. Нормально чистенькие апартаменты. В нормальном районе. Аренда составляет без коммуналки $575 в месяц. На сегодняшний момент это самый приемлемый вариант для аренды апартаментов в Омаха, чтобы был неплохой район, неплохие школы рядышком, шаговая доступность до магазина и практически, то есть вот такая достаточно хорошая и привлекательная цена.